Привет, это Planet Crafter, и мы продолжаем озеленение этой чудесной песчаной полевой планеты. Мы уже ее озеленили немножечко, тут мхом она покрылась местами, мха тут, конечно, не видно. А нет, вот тут вот видно, вот он мох, видишь, зеленый мох, вот это вот трава, конечно же, цветочки, все это у нас есть. И настало время, наконец-то, деревьев. Будем разбираться с ними. Они у нас есть, конечно, в биокуполе. Ну, что такое биокупол? Нам нужно, чтобы деревья росли вот здесь, вот на планете, чтобы я ходил, тень бросалась от солнца, и было все красиво. Для этого мы сделали вот такую вот штуку, которая называется экстрактор газа. И он тут нам уже накачал немножечко картриджев с метаном. Мы забираем его. И при помощи него мы сделаем крутую ракету. Значит, вот эта вот ракета нам нужна, тут есть мутаген. Вот мы сегодня будем делать мутаген. Запустим кору дерева, и это даст глобальный бонус генерации кислорода за счет рассеивания семян с орбиты. Вот. Значит, мутаген. Пойдем посмотрим, что нужно, чтобы его сделать. У меня что-то, кстати, кислород кончается. Воздуха не хватает. Значит, мутаген. Нам нужен метановый картридж, он у нас есть, сера и образец бактерий. Получается, мы делаем бактерии... Возьмем водоросли немножечко, вот так вот. У меня еще золотая статуэтка здесь. Кстати, мне говорили, что на стеллаж можно положить не только статуэтку, но и другие какие-нибудь минералы, воду и прочее что-нибудь еще. Делаем образец бактерий. Имеется. Бежим за серой, и у нас будет мутаген. Оу-оу-оу. Мы с тобой такие лаборанты, прям капец. Сера у нас где? Сера у нас вот здесь. Вот мы ее забираем. Давай заодно поднимемся к стеллажу. Я оставлю там свою золотую статуэтку. Вот они, мои статуэточки. Одну... А, ухо зачесалось, подожди. Одну я, конечно, уберу. Давай мы циолит туда затолкаем. Потом уран. Золотое семя, ладно, ставим. Может, его посадим. Ну вот теперь... Нет, вот так вот давай сделаем. Оп, оп. Ну-ка, смотри. О, неплохо. Тут ракета и антенна, и тут тоже ракета и антенна с тарелкой. Ну, в смысле, тарелка. Как уран-то светится, капец. Аж глаза слепит. Мутагеныч. Да, вот он у нас. Мутагенный агент, используйте его в манипуляторе ДНК. Обязательно используем. Так, теперь я хочу еще... Кора у нас есть, мы ее сейчас достанем. А еще у нас должно открыться сейчас новый чертеж, новое изобретение. О, да! Получен новый чертеж ДНК-манипулятора. Значит, что там нужно? Давай посмотрим до него. Я сейчас собираю просто осмий, циолит, взрывчатый порошок, самородок, суперсплав. Так, значит, нужно будет два суперсплава, окей. Кстати, прикинь, циолит у меня теперь растет прямо возле дома. Ты посмотри. Какая прелесть. Перед тем, как бежать и устанавливать наш ДНК-манипулятор, мы ставим разбрасыватель семян Т2. Здесь мы посадим золотое семя. Золотое семя, золотое. И теперь бежим, наконец-то, делать ДНК-манипулятор. О, получен стержень. Стержень и суперсплав. Надо посмотреть, что нужно для его производства. Значит, ДНК-манипулятор будет у нас вот здесь. Вот ему шикарное тут место. Вот прям вот, прям идеально. ДНК-манипулятор. Значит, здесь мы можем проводить какие-то исследования в нем. Есть второй экранчик сверху. Генетическая последовательность. Мы здесь можем выращивать семена различных деревьев. Ты представляешь? Ну это же просто шикарно. О, росток волнус. Я такого ростка не находил. Волнус. Вот эти вот все цветы у меня имеются. Вообще все цветы, кроме вот этого волнуса. И стержень. Вот, смотри. Нифига себе, оказывается, для стержня просто нужна огромная куча суперсплавов. Серьезно? Я-то думал, там, может быть, вот эти вот кристаллики, пульсирующий кварц понадобится. Но нет. Бежим теперь за корой дерева. Вот, блин, странно, почему мне нужно там какие-то семена ДНК выводить? А, ДНК-манипулятор мне нужен для того, чтобы я эти деревья приучил расти вот в этой вот... атмосфере, видимо, которую я тут произвел. Вот эти деревья, они в той атмосфере, которая здесь находится, не могут выживать. Тогда понятно, почему там генная инженерия присутствует. Значит, забираем кору дерева, и, в принципе, вроде бы все готово. Ну что, делаем эту крутую ракету. Смотрим, что там внутри. Огромное дерево, огромное. В смысле, почему тут... Ух ты, какое растение. Это какая-то пальма, блин. Ну прикольно. Давай запустим ее. Давай, взлетай, ракетка.
Сейчас кислорода здесь будет дофигище. Что-то ракета скосилась, смотри, ракета немножко покосилась. Ну, что-то покосилась, но она, по крайней мере, летит прямо вроде бы вот сейчас. Покосилась, но прямо, как-то так, не знаю. Все, она улетела в космос, сейчас здесь все должно позеленеть. Вроде бы как. Тишь. Тишь какая-то. Во-во-во-во-во-во-во, начинается. Начинается распыление семян. Югу. Югу-гу-гу-гу. Все позеленело. Кругом болото. Ну что, тогда мы приступим к изготовлению суперстержня. Смотри, смотри, смотри. Кругом зеленые вот такие вот светлячки. Но это не светлячки, это... Это семена, видимо, разлетаются так. Как прикольно и красиво. О-хо-хо-хо-хо, красава. Но тут, конечно, не написано, что чрезвычайно конденсированный суперсплав. Не написано, что он будет для ядерного... синтезатора подходить, но попробуем. Так, не понял, это что тут растет? У меня здесь никаких растений не росло, что это такое? Погоди, это росток волнус, так вот ты как собираешься. Сколько он дает? 500, коэффициент кислорода 500, ничего себе. Давай посмотрим на наше озеро, что тут с ним стало. В принципе, оно такое же и осталось. А мы бежим в этот корабль в надежде, что мы запустим ядерный синтезатор. Ну что? Генератор термоядерного синтеза. Я принес тебе суперстержень. Нет, он сюда не подходит. Вот этот прикол. Значит, здесь нужна какая-то другая штука. И, возможно, это какая-то химическая штука, глядя вот на этот элемент. Ну что ж, поскольку у нас есть суперстержень, мы можем из него сделать суперракету. Раз он не подошел к генератору термоядерного синтеза. Какую вот? Вот такую вот ракету мы можем сделать. И вот такую вот. Картографическая ракета. Я думаю, что мы все-таки вначале с GPS-спутником разберемся. Прикинь, короче, бегал за Ураном, набрал полные штаны и увидел вот такую штуку. Тут, конечно, солид растет. И по вот этой штуке можно взобраться. Ты представляешь? Ну, давай взберемся. Ого. Ого. Что это такое? Кувшинки? Нифига себе. Кувшинки. И забрать их, к сожалению, нельзя, но тут растет циолит. Обалдеть, тут маленький такой... О, сундук! Тут есть сундук, да, да вы что? Серьезно? Ну там ничего интересного, конечно. А здесь у нас чего? Ступеньки, ведущие наверх. Как интересно и любопытно. О! Так, значит, железо выкидываем, это выкидываем, ракетный двигатель берем, удобрение берем, взрывчатый порошок я бы тоже взял. Вот так вот. Запомнили этот сундук, если что, сюда вернемся. Что тут у нас вверху? Что наверху? Отличный просто вид, панорамный, красота, ляпота. Кто-то же это сделал, вот эти ступеньки, чтобы сюда взобраться. А у меня кислород кончается, поехал-ка я, наверное, вон в тот домик. Восполни кислородик. Ну все, GPS-спутник Т3 у нас построен. Сейчас мы его запустим. Поехали. Let's go. Теперь мы сможем смотреть на карту с высока, высока, высока. Капец, какого высока. Сейчас немножечко столкну ракету. Она полетит криво? Нет, не полетит. Засранка. Пойдем теперь смотреть на наш экранчик монитора по спутникам. Тан-тан-тан. И что мы видим? Интересно, кстати, вот отсюда можно было увидеть летящую ракету? Хм, наверное, можно было. Значит, уменьшаем карту. Как все зелено-то, а? Уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Еще уменьшаем. О, как она сверху, смотри, какой тут лабиринт. Прикольно. Здесь у нас тоже вода. Короче, я тут разобрался наконец-то с ДНК-манипулятором. Я вначале думал, сюда может что-то запихнуть, и он будет исследовать. Но нет, оказывается, тут вот есть у нас рецепты. Тут прям так и написано на этом экранчике, что показать рецепты. Вот они, все рецепты. Я сюда, значит, заталкиваю мутагены, цветы и кору дерева. И все это вот тут вот исследую и произвожу. И потом у меня появляются деревья, которые я могу куда-то посадить. Решил, короче, сделать сразу же вот эту вот штуку, фильтр воды. Мне интересно, он куда-то девается или куда-то размещается? Так... О, он одевается. Прикольно. То есть я теперь могу просто брать и пить воду из озер. И мне даже бутылки с водой не нужны. Сейчас мы это проверим. Полетели. Значит, вот у нас вода. Я к ней подхожу. И он говорит, типа, выпей. О, прикольно. Да, вот это я понимаю. А вот это теперь тут дофига. И можно к любой луже подбегать и пить ее. О,
на портале-то у нас как тут расцвело. Ты глянь. Решил еще раз забежать в каньон, посмотреть, что у нас здесь происходит. Ну тут, в принципе, прикольные такие места появились. Например, видишь, там эти лианы, по которым можно карабкаться. Они в двух местах выросли. Например, вот здесь вот мы можем сейчас с тобой подняться. Наверх. Хопа. Мы наверху и видим снизу наш каньон. И вон туда можем спуститься, там затопленная пещера. В кои-то веки затопленная пещера, в которой мы можем поплавать. Тут, короче, есть сундук. Куча очень много всякого полезного. И удобрений, и взрывчатка. Мы сюда обязательно вернемся. И циолит здесь. В принципе, тут вроде бы все. И нужно еще вон на тот островок сходить. Также поднимаемся сюда по лианам. Так, что у нас тут? А что, здесь ничего нету, что ли? А что так скучно? Можно вроде как вон туда перебраться, и там что-то есть. Минуточку, тут что, действительно ничего нету, что ли? Такой большой островочек каменный. И нифига. Ну, можно взобраться вон туда, можно вроде как и туда. Так, интересно, я перепрыгну, нет? Ой, нет, не перепрыгнул. Ладно, поднимемся по лианам. Где-то здесь видел сундук. Он тут был. Он блистал. А, нет, это циолит был. Эх, блин. Окей. А вон там, туда можно как-то взобраться? Да, вон там тоже есть лианы. Ну, пойдем спустимся. Ух ты, нифига себе. Удачненько спрыгнул. Поднимаемся наверх. Здесь тоже циолит, циолит, циолит. Есть цветок какой-то. И, в принципе, больше ничего. Туда, я думаю, смысла особого нет перебираться. Теперь пришло время спуститься, точнее, утопиться в этой пещере и посмотреть, что же тут у нас. Фонарик в подводной пещере не работает, от него толку тут вообще как с козла молока. Здесь серо, вот самородок я бы, наверное, забрал. Железо оставим, самородок возьмем. Возможно, я бы даже еще и вот так вот сделал. Наверное. Сера нам всегда нужна. Ищем еще сундуки, желательно с чем-нибудь полезным. Так. Выход с этой пещеры. И куда же я выйду? Куда я? Нифига себе. То есть сюда можно было и добежать? Ага. Ясно, ясно, ясно. Окей. Я, короче, когда еще один играл, без записи, у меня тут такое произошло. Небо окрасилось в какой-то пурпурный такой фиолетовый цвет. Наверное, больше пурпурный. Солнце превратилось в тоже в фиолетово-пурпурное сияние, и с неба сыпались осколки. Ну, ты на видео сейчас видишь, я этот момент записал. Какие-то странные такие осколки. Я вначале думал, что это летят пульсирующие кварцы. Но когда метеориты разбивались о Землю, там ничего не было. Словно атака инопланетян. Я наконец-то сделал еще один супер стержень для того, чтобы запустить картографическую ракету. В надежде на то, что она нам покажет секретные места. Тут, в принципе, так и написано, что она покажет секретные места. Какая она интересная. Ладно, короче, запускаем. Я хотел еще посмотреть ракету. Можно увидеть на карте? На карте, на карте, на карте. Вот ракета взлетает. Ты видишь, что тут? Вот что-то запускается, да, вроде бы, как вот летит. Да, во-во-во, за ракетой можно наблюдать. Летит, 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 летит. И куда она летит? Немножечко она скосилась. А, ну и все, она и в облаке исчезла. Ну вот. И теперь смотри. На карте отмечаются ресурсы, где что находится. То есть здесь серо, здесь вот у нас суперсплавы, да? Там серьезно суперсплавы есть? А еще чего, где есть какие-нибудь отметочки? Здесь у нас уран, здесь осмий. Как бы вот это вот... Это вот такие вот подсказки, интересные места? Вот тебе, блин, я думал, там золотые сундуки или что-нибудь такое. Пойду с горя в лужи попью. Как раз пить хочется. Ну вот, тут же написано, отображает особенные места на карте. Я думаю, что уже настало время заняться ДНК генетической инженерией. Берем, значит, кору. Берем семена крутых растений. Вот таких вот, например. Берем мутаген. Так, где у меня мутаген? Вот он. И вроде бы как этого должно быть достаточно. Значит, для вот этого растения кора, мутаген и росток. Подожди, а чё? 125. Короче, самое крутое растение это вот это. Дерево Аэмора.
и дерево хумелора. Они по 150 кислорода генерируют. Все остальное по 125. Ясно. Ладно, закидываем все вот сюда. И исследуем. Исследуешь? Ага. Начать секвенирование. Что такое секвенирование? Ну, начать. А, и вот оно сейчас будет типа расти в нашем инкубаторе, вот это деревце. Потом мы вот эту капсулу заберем и сможем куда-нибудь затолкать, чтобы дерево росло. Ладно, окей. О, там какое-то странное, интересное действие происходит. Короче, решил сбегать за суперсплавом. И это оказалась та пещера со странной огромной дверью. И тут действительно есть суперсплав. Вот она, эта дверь. Мы с тобой ее уже видели, ачивку за нее получили. Возможно, эта дверь раскроет свои тайны, когда выйдет какое-нибудь обновление. Но пока что туда попасть нельзя никак. Оу-оу-оу, у нас сейчас откроется генератор ядерного синтеза. Точно такой же, который мы видели на кораблях. И куда мы хотели что-то вставить. И сейчас эта штука появится и у нас. Тут написано, что этот генератор генерирует энергию, которая приводит в действие все машины на планете. Все, он у нас теперь есть, он открылся. Давай посмотрим, что же нужно для его... Ага, отлично, удачно я сбегал за суперсплавом. Получается, берем огромное количество суперсплава, берем огромное количество пульсирующего кварца, и в принципе эту машину мы можем уже сделать. Нет, еще один пульсирующий кварц нам нужен. Вот, и размещается она, конечно же, в помещении, на улице. А, можно и на улице. Я бы, наверное, ее все-таки разместил на улице. Поставил бы вот здесь. Опаньки. Как там все? Она дает энергию просто неимоверную. У меня теперь электроэнергии капец как много. И можно с ней как-то взаимодействовать, нет? Так, ну ладно, мы ее построили. Все машины на планете должны бы заработать. Пойдем проверим. Не, короче, тут ничего не заработало. Это обман. Ну, как бы корабль, это же тоже огромная машина, грубо говоря, да? Но вот ее ничего не питает. Эти двери должны были открыться, но они не открываются. Эх, грусть, печаль. Я думаю, что для того генератора нужна термоядерная энергетическая батарейка. Тут даже значок такой же. Я думаю, тогда я смогу запустить тот космолет и, возможно, даже на нем улететь. А еще дико хочется открыть телепорт. Но до него еще далеко. Пойдем, короче, посмотрим, что у нас с терраформацией. Следующий этап — это деревья. И деревья у нас практически на 50% стадии. Ну ладно, на 45%. А что у нас в лаборатории? Как там генная инженерия у нас? Ну-ка. О, вот, пожалуйста, семена дерева Аэмора. Которые пока что мы не можем посадить. Ну что ж, я думаю, что на сегодня это все. В следующей серии, возможно, будет финал, а возможно, будет еще две серии последних. Да, наверное, две, а может быть одна. Короче, выяснится все в следующей серии. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки под этим видео и подписываться на Яндекс.Дзен и сюда, чтобы не пропустить ни одного ролика. А мы с тобой увидимся в следующем. Так что до встречи.